Всем привет! Коротенькое видео о том, как связать скользящий узел. Ну, в большем случае я использую для макушатника. Вот, нам понадобится отрезок веревки, нитки, ну, на чем будете вязать. В моем случае это нитка. Покажу на нитке. Нитку хорошо видно. Значит, смотрите, берем ниточку, складываем в две части. Вот так вот. Далее что делаем? С этого края, вот краешка вот этого, где мы сделали колечко, подкладываем пальчик наш. Вот. Берем свободный краешек и делаем 1, 2, 3, 4 оборота. Вот видно, там 4 оборотика мы сделали на себя. Ну, можно другую сторону, без разницы. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно вот этот краешек, который остался, пропустить вот в эти 4 петелечки. Для этого мы снимаем с пальчика петелечки наши. Вот, вот наши 4 петелечки. Вот они. И теперь наш краешек свободный протягиваем в эти 4 петелечки. И теперь потихонечку будем затягивать. Вот так вот получается. Вот. Так, хорошо втянули. Все. Наша петля готова. Смотрим. Вот, в одну сторону тянем. Петля стягивается. Также быстро она растягивается. Вот такой узел я использую для макушатника. Вставляем сюда макуху и подтягиваем. Потянули, и все, и макуха наша держится в этой петелечке. Все, друзья, ничего сложного, в принципе. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет много чего интересного. Всем пока!